Барак Обама – известный лидер чеченских группировок. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал самые нелепые ответы участников опросов. Как оказалось, некоторые россияне убеждены, что цыгане – это пришельцы из космоса, а НАТО – плохое слово. Другие считают Североатлантический альянс двуглавым злым орлом. Впрочем, политическую систему России некоторые ее граждане называют кошмаром.